Всем привет! Сегодня я буду готовить фаршированные баклажаны. Они получаются очень вкусные. Всем рекомендую. Итак, баклажаны нарезаем толщиной приблизительно 1 сантиметр. Середину вырезаем ложкой. Итак, для начинки середину баклажан мелко нарезаем. Добавляем отварную куриную грудку. Нарезаем болгарский перец. Зеленый лук. Соль, перец по вкусу. Добавляем яйцо и хорошенько перемешиваем. Добавляем 1 столовую ложку муки. Перемешиваем. На раскаленную сковородку наливаем немного подсолнечного масла. Выкладываем кружки. И выкладываем в середину начинку, немного прижимая, чтобы она у нас не распадалась. Баклажаны жарим на медленном огне. Когда баклажаны перевернем на вторую сторону, выкладываем сыр. И накрываем на 2-3 минуты крышкой. Когда сыр расплавится, все, достаем баклажаны. Они получаются очень вкусные. Всем рекомендую. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.